прям, да, ну, да, мы видим, что уже они перемычки на окна поставили, вот там колонны выдвинули, ну и здесь немного кладки есть, получается, я так понял, да? Ну, 480 кубов, да. Немного. Понятно. Первый этаж, один этаж, через этаж. Ну, мы разошлись по вот... Да, без проблем. По всем этим вещам, по материалу. Еще раз говорю, вот смотрите, если у вас здесь оселяете, сделайте отдельно вот это вот, взяли вот это вот отдельно, обсчитывайте, делайте, до конца доводите, деньги получаете. Нет, возьмите вот это вот, делайте, перемычку в том числе. Понимаете? Давайте мы подъявляемся, потому что мы 4 дня сидим на объекте, мы должны... Ну, 4 дня на объекте, ты уже 4, ты уже неделю на объекте. Я сидел. Ну это, да, завтра да, будет, послезавтра будет уже 4 дня, неделя. Неделя, да. Завтра неделя, да? Да. То есть ты не хочешь дальше идти? Не, не то, что не хочу, у меня чуть 3 объекта детских садика заняться. Не хочется просто сторожать и потом не сделать. Ну это да, это точно не хочется. Ладно. Уговорил тебя Исаев, чтобы ты дальше не лез, я так понял. Наоборот. Роман Викторович меня тут прессует постоянно, чтобы я вот это взял еще, чтобы я вот это. Ну конечно, бери, бери потихоньку. Вот это и вот это. Потихоньку бери. Хорошо, хорошо. Ты когда здесь завершишься? Точно я перекрою, я 5 ноября я перекрою корпус. Это уже будет отдел, тут уже готов идти. Я первый этаж сейчас перекрываю через 5-7 дней. Я тут же захожу с отделкой на первый этаж с электрикой, со шпагатуркой. Здесь тоже 3 этажа или? 2. Они высокие. Вот так, то есть квартиры, зал, пищевой блок. Это самый социальный вот этот. Оборудование кто занимается? Это нет. Оборудование отдельно, разве оборудование это отдельно, оно не